Институт физики Казанского федерального университета всегда ставил перед собой задачу обеспечивать актуальной информацией не только студентов, но и молодых преподавателей, которые готовы внести в науку свой вклад. Так, Международная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения» продолжает научные образовательные традиции Международной летней школы-семинара по современным проблемам теоретической и математической физики, которая проводилась на базе Казанского университета ежегодно, начиная с 1987 года. На сегодняшний день была проведена 21 школа. В 2014 году «Петровские чтения» продолжили свою работу в новом зимнем формате, в котором было проведено 4 конференции. История этой школы очень долгая. Полное число – это уже 27-я школа. Но начиная с 2014 года эта школа проходит в зимнем формате. То есть первые там школы проходили летом в лагере «Волга». И были очень длинные, это была такая смена трехнедельная. Сейчас это больше научная конференция, которая проходит компактно, ну, в течение недели, с понедельника до пятницы. И в этом формате это 6-я школа-конференция. Задача школы-семинара «Петровские чтения» заключается в создании благоприятных условий для овладения современными методами научных исследований на мировом уровне, приобщения молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Программа школы-семинара включает лекции, пленарные секционные доклады и неформальные дискуссии по новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизики и космологии, а также смежных областей теоретической и математической физики. Учебная программа «Петровских чтений» составлена из лекций ведущих ученых в области гравитации, астрофизики и космологии. Параллельно со школой работает научный семинар, в рамках которого его участники, включая молодых ученых, имеют возможность доложить результаты своих исследований. Я считаю, что у таких конференций всегда есть несколько задач, такая многозадачность. Первая, но мы должны помнить те имена, которыми мы гордимся. Казанский университет гордится рядом имен, среди которых, конечно же, имя Петрова. И теория относительности и гравитации, существующая в Институте физики, продолжает эти традиции. И, конечно, необходимо, что называется, пиарить эту часть. И здесь есть что пиарить, и это номер два, потому что эта школа известна не только в Казани, не только в Поволжье, но и во всем мире. Вплоть до 1 декабря 2023 года в рамках программы школы будут проходить лекции, посвященные новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизики и космологии. Для чтения лекций приглашены ведущие российские и зарубежные ученые. Параллельно со школой будет работать научный семинар, в рамках которого слушатели получат возможность представить результаты своих исследований. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.